Друзья, всем привет! Сегодня у нас вот такой вот Краун, настоящий диван на колесах, круизный лайнер из прошлого. Настоящий рамный Краун, мостовой заднеприводный GZS 130 на 1 GZ 2.5 объем. Оценка у автомобиля 3,5 cc, пробег 100 тысяч километров. Посмотрите на этот квадрат. Автомобиль был куплен для нашего клиента, конструктором привезен. Клиент поставит на свою раму, на оформленную, вот этот кузов, мотор, автомат, подвеску, все с Японии, все в хорошем состоянии. Настоящий GDM. Есть такие моменты, как полезший лак, но это уже от старости, тут ничего не поделаешь. Оценка 3,5 он получил по этому поводу. Ну все, что к солнцу больше расположено, крыша, капот, плоскости, боковые панели, все крылья, двери, все целое, ничего не облезшее. Настоящие стеклянные фары, никакой не пластик, туманки желтые. Красавец автомобиль. Давайте посмотрим сзади. Вот таких два дворника, как на зилах. Royal салон. Так, вот такие рейлинги у нас. Металлические, не пластиковые. Ветровички. Уже пластиковые, в 98 году были. Раньше были железные. А тут у нас такой сюрприз, друзья. Третий ряд сидений. Вот такой диван. Перевести, наверное, не знаю, двух детей максимум. Ну, или одного взрослого. Да тут, в принципе, два взрослых поместятся. Неплотной комплекции. Все это дело, ребята, убирается вот так вот. Делаем багажник обратно. Оп, оп, застилаем. Все, большущий багажник. Готов. Вот здесь у нас запасочка в таком фирменном чехле. Смотрите, как это сделано. Очень интересное решение. Щетка японская. Что, разложим обратно? Оп. Все быстренько. Оп, фиксируем. Сидушку роняем. Все, сиденье готово. Красота. Технологии 90-х. Опять багаж. Присутствуют, конечно, вот такие моменты, как высохшие резинки, натянувшиеся уже. Ну ничего страшного, можно поменять, заказать новые. Но это уже от старости, от времени, от солнца. Такло красочное, в принципе, неплохое для 90-х годов. Отличный Краун. Давайте посмотрим. Внутри сиденье переднее отодвинуто полностью назад. И все равно места, смотрите, сколько под ноги для задних пассажиров. Какой шикарный велюр, толстые сидушки. Вот это было качество. Также падает все вперед, чтобы большой багажник получить. Давайте тут тоже сложим сидушку. Вот такой ровный пол получается. Большущий багажник. Краун. Есть Краун. Опа. Складываем обратно все это дело. Смотрите, у меня 1,90 м. Сейчас покажу, как я тут сяду. Не так, что просторно, но сиденье можно подвинуть вперед, так как там тоже сидел я, на полностью отодвинуто. И, в принципе, сидеть комфортно, удобно на таких-то сиденьях. Вот такой лючок со шторками. Люк открывается только чуть-чуть наверх при открытии. Вот
для задних пассажиров всевозможные удобства. Пепельницы, японские какие-то пакеты, тут чипсы. Что в 98 году уже была музыка, динамики, пищалки даже в задних дверях. Вот такая ручка внедорожная. На джипах в основном вон там такие ручки. Задний свет для пассажиров, для чтения. Все работает. Что у нас спереди? Два аэрбэга в старом крауне. Пробег 113 тысяч. Собрали, ничего не горит, никаких ошибок, ничего. Здесь не хватает только крышечки от бардачка, от верхнего. Так, все, печка, у нас климат-контроль, авто, выключили. Температура, все на кнопочках, кондиционер, магнитола обычная стоит. Мини-диск. Вот такой вот шикарный диван. Всевозможные бардачки. Такой. Кнопки Power Snow. Автомат здесь обычный, никаких не вариаторов, ничего, старый добрый автомат. Часы, 98 год, кнопка Swing. Это вот эти. С кнопкой Swing, вот с этой, двигаются воздуховоды влево-вправо. Сейчас покажу. Включаем печку. Воу. Этот. Так, на лицо. Кнопку Swing нажимаем. Смотрите. Сами двигаются влево-вправо, распределяя воздух по салону. Можно выключить. Все становится. Оп, все. Включаем печку. Действительно пароход. Такая здоровенная торпеда. Давайте покажу вам аукционик. 3,5 cc. Ну вот, все повреждения указаны. Выгоревшая краска. Ну, полезший лак. Так, вот наш пробег. 113 тысяч. GZ 130. 2,5 автомат. Пожалуйста, вот. Все честно. Смотрите, у нас даже электрорегулировка руля. Какой кайф. Память, что ли. Электрорегулировка. У нас даже сиденье водительского. Задние дворники вот включаются. Смотрите, как работают два дворника. В прошлый раз не дооткрыл я люк. Так, посмотрим сейчас, как он открывается. Так, просто выталкиваем. Вот он. Просто на проветривание. Курящим людям можно курить в него. Вот все вытягивать. Это все. По-другому он не открывается. Так, что под капотом? Покажу вам. Знаменитый атмосферный GZ, неубиваемый. Один GZ GE. Вот такой вот у нас моторчик. Замененным уже ремнем ГРМ. Автомобиль не ржавый. Весь целый. Тянет как паровоз. Смотрите, что я хочу вам еще показать. Не знаю, будет вам видно или нет. Просто состояние рамы. Посмотрите, новый автомобиль. 100 тысяч для этого крауна. Это, в принципе, ничего. Может, ее красили, но она под нищу автомобиль вообще в очень достойном состоянии. Задние вот кармашки, пожалуйста. Посмотрите состояние автомобиля 98 года. Сзади у нас также вот здесь в ногах находится
что тут домкрат и все принадлежности для него, для подъема автомобиля. Так, бачок сзади у омывателя, наверное, скорее всего. Так, ну что у нас? Горловина заливная, непонятно что. В общем, если у вас есть старое оформленное рамное ведро какое-нибудь, не стесняйтесь, пишите, звоните, мы привезем, соберем, поставим на вашу раму. Блин, как же он едет, а? Просто пароход. Поведение рамной еще и мостовой машины кардинально отличается от обычной, от Макферсона там и кузовной машины. Уа, пароход! Этот автомобиль заслуживает какого-нибудь 18-19 хромированного литья, посадки на пол, и будет настоящий гэнгста-шит. Просто космос.